Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я хочу вам представить медитацию Берта Хеллингера «Ты и я, мы оба». Берт Хеллингер – это основатель расстановочного метода. Мне повезло учиться у него. Это великий человек, великий учитель. И сейчас я хочу вас попросить закрыть глаза. Закройте глаза, и мы сделаем с вами медитацию «Ты и я, мы оба». Медитация, которая поможет вам восстановить отношения с другим человеком, подарить ему любовь, гармонизировать вашу жизнь. Закройте глаза и погрузитесь в свое внутреннее пространство. Мы смотрим на кого-то, кто хочет нашей любви, кто хочет нашей помощи. Мы смотрим на человека, который стоит напротив нас. Мы смотрим на него с любовью. Что это за любовь, с которой мы смотрим? Уважаем ли мы с этой любовью другого? Уважаем ли мы его судьбу? Сострадаем ли мы ему? Жалеем ли мы его? И почему мы решили сострадать ему и жалеть его, как будто он менее любим? Той созидающей силой, которая была нашим общим первоисточником. И каждое мгновение находится в каждом из нас. Мы смотрим на него и спрашиваем самих себя, а находимся ли мы в контакте и созвучии с этой силой? И отданы ли мы ей во всех отношениях? Быть может, мы втайне упрекаем ее, как будто она должна любить другого иначе. Мы смотрим на человека, стоящего перед нами, и понимаем, что мы не можем не винить его. Не обвинять, не сострадать, потому что как в нас, так и в нем есть Бог. И в каждом из нас есть созвучие этой силы. Теперь мы становимся рядом с другим человеком. Вместо того, чтобы смотреть на него, стоя напротив, мы смотрим вместе в другой свет, в созидающий свет, в божественный свет и ждем, пока он скажет: «Да будет так». Освещенные этим светом, мы видим, что мы освещены оба. Мы равны здесь, и у каждого из нас своя судьба. Мы вместе глубоко склоняемся перед этим светом. Внезапно мы оба знаем, что в это мгновение мы оба равные. Перед лицом этой силы. И мы подчинены ей, чего бы она ни потребовала от нас и не дала нам. И мы делаем выдох. Каждый раз, когда вы хотите что-то доказать другому человеку, обвинить,
когда вы чувствуете себя виноватым, вы ставите другого человека выше или ниже себя. Вы ставите его на место Бога или себя на место Бога. Делайте эту медитацию и вспоминайте, что мы равные, и у каждого из нас своя судьба, и каждый сам создает свою судьбу. Не забывайте об этом. Знаете, в чем секрет на самом деле расстановок? Секрет расстановок в том, что мы вспомнили, что есть божественный смысл во всем, что каждый выбирает свою судьбу, что мы не можем влиять ни на чью судьбу, потому что в судьбе каждого человека есть Бог, и что внутри нас есть Бог, и мы едины именно этим божественным светом. Мы едины именно этой божественной силой. Вы слушали подкаст Юлии Хадарцевой. Это был подарок медитация от Берты Хеллингера. С моими дополнениями. Люблю вас, благодарю и желаю всего самого прекрасного.